хочу достучаться, как говорится, до тех, кто в танке. У департамента есть деньги на ремонт дорог. Вы помните бесконечные потопы возле моста, нового моста? Каждый дождь, там всегда стояло озеро. Что произошло за последний год? Сухо. Сможем ли мы эту зиму выстоять в коммунальном плане? Зачем вы ремонтируете и тратите на это деньги? И второй вопрос, если не отремонтировали, а почему вы не отремонтировали и почему вы не сделали? Кто виноват? Лысенко. Нет, Лысенко, да. Но в первую очередь скажу, виноват Филатов. Не могу не задать этот вопрос. Вот прилетела ракета, мы им расхреначили дорогу. Вот фотография была 10 часов назад. А теперь смотрите, там ровная дорога, там полностью абсолютно ровный асфальт. То есть там, конечно, всплеск эмоций у них был. Да, пуканы сразу, их порвало сразу, резко. Там, да, вы да, там да. С ума сошли, там начали фотографии каких-то там ужасных дорог, каких-то там Норильсков, с каких-то непонятных, никому не нужных Липецков и так далее. То есть там просто был кошмар. Пожелание на Новый год только одно, чтобы в 2023 году закончилась война.